Всем командам разъяснен принцип кейс-чемпионата. Участники получают определенный кейс. Это приближенная к реальности ситуация. Задача за короткое время сделать анализ и найти самый адекватный выход из положения. Тема чемпионата – территория без коррупции. Если мы с детства, с малых лет будем воспитывать чувство неприятия вот коррупционных проявлений, я думаю, им в будущем будет намного легче вести себя подобающим образом, законопослушными гражданами Российской Федерации. Участники кейс-чемпионата – студенты. Свои ответы они оформляют в виде рисунков. Решения молодых людей оценивают представители власти, правоохранительных органов, психологи и педагоги. Взятки, вымогательства, превышение должностных полномочий. Отношение к таким коррупционным проявлениям у студентов однозначное. Зависит, во-первых, от двух поколений, и от младшего, и от старшего. То есть старшие не берут, младшие не дают. Вот это такая черная жилка, она есть в любом случае, в каждом человеке. Просто в ком-то она проявляется, кому это, ну, кто считает, что вот таким легким путем пойдет. А кого-то очень хорошо воспитали родители, и даже если бы он захотел, он понимает, что для общества это плохо, и он этого делать не будет. Кейс – это не только тест знаний, но и мощный образовательный инструмент. По мнению организаторов чемпионата, специалистов психолого-педагогического центра, он позволяет научить молодежь правильно воспринимать факты коррупции и грамотно реагировать на них в критической ситуации. Ребята иногда как бы воспринимают, что это, ну, далеко от нас не касается. Мы же их пытаемся в эту проблему погрузить, чтобы они поняли, осознали, насколько это серьезно, и за ними будущее. И вот какое будущее будет в нашем обществе, зависит от них.